Следующая форма будущего времени – будущее ожидаемое время. На галак гелек галак гелек. Мы разбирали это время как одну из форм прошедшего времени. Но ее можно переводить также как и будущее время. Например, пис аргалак пис. На русский язык переводится словами «вот-вот», «вот сейчас». То есть в аспекте прошедшего времени мы переводили его как «мы еще не пошли». А в аспекте будущего времени можно перевести как «мы вот-вот пойдем». Изменения по лицам. Точно так же изменяется только показатель лица. Слер баргалак слер, олар баргалак, мен баргалак мен, сен баргалак сен, ол баргалак.